Итого в наличии мы имеем 388 долларов. Приобрести мы можем с вами ускоритель. Да. Мне понравился, кстати, ускоритель. Неплох такой. Неплох, совсем неплох. Нормально держим скорость. Вот. А вот скорость стрельбы надо увеличивать, потому что это никуда не годится. Они нас тормозят, эти коробки. Эти коробки нас конкретно тормозят. Да, чуть-чуть доехали. Чуть-чуть больше. Прям такие нормально такие больше. Бензик. Почему не купить бензик? Он же недорого стоит. О, вот это скорость, вот это я понимаю, мы, ребята, с вами ускорились. Так, нормально, нормально. Да, без нормального автомата у нас ничего не получится. Все, копим деньги на автомат. Хоть уже получше стреляет, но все равно. Можно еще быстрее. О, ускорителя нету. Ну, смотри, мы уже полпути проехали с вами, ребята. Да, нужно нам. Конкретно нужен нам этот самый автомат. Сколько он там стоит? 800? Не хватат. А хватат только нам на движок. Ладно, не будем тратить деньги. Все, раз мы решили автомат, пулемет с вами улучшать. Тогда будем улучшать пулемет. По-другому никак. Не получится. Давай, скорость. Во! Хорошо! Сейчас мы проедем с вами, ребята. На такой нашей лодочке. Сколько зомбарей здесь? А как они по воде ходят? Алло. О, 500 долларов. Хорошо. Привет, ребятки. Ну что ж, давайте ежедневное улучшение. Я предлагаю улучшить на Феникс. Также Титан. О, Титан увеличили. И Кобра Напалм давайте увеличим. Хорошо. Ежедневные наши предложения закончились. И давайте, значит, отправимся в атаку в пустыне. Сразу повысим наш уровень. 360 стоит. У нас не хватает денег. Ёлки-палки. Ну ладно. Ничего страшного. Отправляемся в бой. Сейчас, я надеюсь, мы насобираем недостающиеся денежки наши. Так, появились вертолетчики. Сейчас он вернется назад, и мы его щелкнем, ребята. Вот он. Есть! Да нет. А, не щелкнули все-таки. А, вот еще едет. Давай мы его сейчас... Опа! Давай. Да ё-моё! Кого я там стрельнул? Да. Танк помешал. Помешал танк. Ага. Давай. Вот так, получай. Получил. По заслугам вертолетчик наш, и мы отправляемся дальше. Путь. А где тут? Что тут горит? Что-то горело. Непонятно. А вот еще один вертолетчик. Давайте подождем. Подъедем сюда поближе. Надеюсь, танки нам теперь не помешают. Есть. А нет. Ага. Давай еще раз. Еще разочек его щелкнем. Все. Мы его победили. Забираем наши деньги. Нам надо Титан будет улучшать. У нас увеличится здоровье. У нас увеличится... ударная мощь. Все хорошо. Главное дожить. Дожить нам, ребята. До этого улучшения. Так, ё-моё, что такое сильное, алё. Так, давайте сразу подлечимся. Так, лечилочка у нас не особо и лечит. К сожалению. Так, вертолетчик будет лететь или нет? Сейчас посмотрим. А, летит. Летит. Мы его прошляпили. Так, давайте назад отъедем. Опа, получил. Вертолетчик наш. Так, этого тоже надо щелкнуть. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Какой он активный. Все, отдыхай. Так, вертолетчик сейчас подлетит. Давай назад. Сдавай его. И все. Вертолетчика мы уничтожили. Так, 345. Нам, ребята, надо 360 монет, чтобы улучшить наш Титан. И я надеюсь... Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Сколько вас много здесь? Алло! И вертолетчик летает, это очень плохо. Тихо, давай сейчас подождем. На! А, все, уничтожили нас. Нас, ребята, уничтожили. Ну что ж.
я считаю, неплохо. Но нет, все равно подзаработали мы. Вот такие вот, ребятушки, танки. Так, смотри, у нас есть липучка и голубочка. Так, что делаем? Липучку, я думаю, сюда прикрепить, чтобы поднять его. Так, а взрыватель. О, смотри, у нас интересный какой взрыватель. Нет, не получилось. Так, как же быть? А, смотри, если у нас выбрано два, то получается мы выстреливаем таким вот. Фиолетовым? Да, и он знаешь, что делает? Как рычаг поднимает это. Он прикрепляется, видишь как? Вижу. И выстреливает. Куда-то пропадает. Так, смотри, значит, нам нужно поднять как-то его. Я даже примерно представляю, как. Мы просто сейчас соберем много. От тяжести, ты думаешь, да? Я думал, сюда прикрепить. Ну и что будет? Ну, взорвать его? Давай. О, видишь как? Сейчас от взрывной волны и этот отлетит. Рычаг. Но это не точно. А что такое? Почему он не взорвался? А если нам взрывать... Отлично. Что-то получилось. А если нам стрелять по этой досточке? По боке взрыва? Нет, пистолета. О! Слушай, давай, так, отлично. Сам желтый шарик он будет толкать. Угу. Возможно. Так, 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 отлично, смотри, он пролез куда-то. Поможет, интересно? Не знаю, надо стрельнуть. Выстрелить, вернее. Нет. А если человек много-много черненьких, готов выстрелить? Тут можно так сверху взорвать? Да. Нет, мне кажется, нужно делать вряд ли так. Так хорошо там сидел, нужно было выстрелить их, как солдатиков. Вряд? Вот-вот, побольше-побольше, теперь взрывай. Когда они вдруг станут ровненько, теперь нужно взорвать. Вот, отлично. Отлично, еще надо побольше. Еще. Так, опять у нас стеклышки. У нас какая-то есть машинка, смотри. Угу. Сейчас я думаю взорвать. Когда... Может быть, нужно нам машинку его как погрузить? Подкатить машинку под стеклышко? Ну или разницы нету, которая будет первой. Отлично. Теперь подкатываем под тот желтый шарик. Так, толкайте, ребята, дружненько. Стоп! Еще толкаем, 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 толкаем. А как бы нам того оторвать-то? С неба, который приклеен к какой-то горке. Мне кажется, нам нужно было изначально сюда поместить взрыватель. И когда он сюда опустится... Угу. Смотри, нам нужно изначально сюда... Положить, да, бомбу. Да. Ну, давай. Так, смотри. Теперь бегаем. Так, черный залез. Так, он здесь нам не нужен. Так. Теперь берем черненький. Толкаем. Все, теперь. Молодец, отлично. Теперь. Ну, мы как бы ее выстрелим этой пушкой желтого. Отлично.
Ну что, я могу сказать, молодец. Поехали на машинке. У нас прохождение. Так, ну здесь, в принципе, у меня машина полностью прокачана. Максимально. Так, можно даже бустик включить. Эй, эй, давай, 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 буст. О! Так, перевернулись. Ё-моё, давай, давай, давай. А! Ладно, давай это заново переиграем. Да-да-да, заново. Все, сейчас мы доедем. Машинка прокачанная максимально. Просто-напросто. Очень легко уничтожать всех зомбарей. Так. Зомбики. С бустом там вообще мы взлетаем, улетим. Ура! Победа! Приехали. Так, что у нас там? А, крутилка есть. Ох, нифига, крутилочка какая. Крутилка! Крутилочка! Так, давайте там уберемся. Так, вот это все берем, вот это вот ненужное. А, ну получается. А, мусорка же у нас есть. Все. Все, убрали мусорку. Теперь крутилку используем. А-а-а, бади, бедолага. Смотри, ну нам дают за это доллары. О, все, отдыхает. Так, ладно. Опять реклама.